Колыхался ли флаг на Луне? С 1969 по 1972 год 6 экспедиций работали на поверхности Луны, и каждая из них втыкала флаг. Некоторые люди не верят в то, что американцы летали на Луну. В качестве аргументов приводят такой. А вы видели, как флаг на Луне колышется? Наверное, ветром, а раз ветер, значит, это не Луна, а павильоны Голливуда. Так вот, скажу вам честно, флаг на Луне колыхался. Когда астронавт втыкал флаг во флагшток, покажу вам это на примере. И флаг делал вот так. А разве может в воздухе мягкий флаг долго делать вот так? Смотрите. И он остановился. И он вновь остановился. Воздух его тормозит. А в безвоздушном пространстве Луны даже мягкий флаг будет очень долго испытывать колебания, потому что ничто ему не мешает. Поэтому колебания флага на Луне доказывают, что это Луна, лишенная атмосферы.